have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Мы сегодня с вами пойдем в Tiny Tanks. Ох, давно мы тут не были. Да, давайте на этом танке. Я пока вспомню, что как. Это у нас вроде как обычный. Че, у нас захват зоны, да? Да, захват зоны. Ага. Ой, я забыл, что снаряды рикошетят. Прикольно. Тут пульки такие опасные. Так, по-моему, я кого-то лопнул. А, вот, все, я вспомнил управление, круто, есть! Минус два. Ауч. Ты в красной команде. Минус три. Как ты мог? Я это не... Я не нарочно, минус четыре! Нет! Я видел, да? Что это твои снаряды летели, ах ты мелкий. Ладно. Вообще-то это не я тебя убил. Так, бастион. Фиг с вами, давайте бастионом. Ну-ка посмотрим сейчас. А чё такой лаг? Привет. Привет. Я стреляю пульками, которых у тебя мало. Блин. А, то есть броня танка в принципе не важна. Тебя в любом случае с первого раза бьют. Да. Ну-ка, браулер. Давайте в Brawl Stars. Ури. Нет. Его пули восстановились быстрее, чем мои. Да ёлки-палки, я не могу к управлению привыкнуть. Чё? Ну, серьезно, тут управление, то есть не так, что ты постоянно жмешь вперед, и он едет вперед. Нет, а тут. Опа, джекбой, пока, чувак. Нужно прям поворачивать. Ну, ладно. Тут трудно объяснить, просто трудно привыкнуть к управлению. Как по мне, управление очень... Нет, оно классное, просто к нему нужно привыкнуть. Я не говорю, что оно плохое. Да, красная команда побеждает. Почему? Почему вы, а не мы? Ну, не знаю. Давай мы три зоны захватили, может быть. 495 поинтов, неплохо. Давай блоки. Как здесь работает голосование, я вообще не знаю. Потому что я нажимаю на одно, мне выдает вообще другое. И, в общем, на его нафиг. Если ты опять на вот эту зеленую кнопочку, то ты проголосуешь за другое. Да. Я не знаю, почему так происходит. Хорошо, поехали дальше. А голосовать можно нормально только по центру. Хм. Шесть, пять. Ну, давайте за вот этого чувака пойдем. Тут. Так, там справа, слева есть проход. Вы чё? Ладно. Он корону взял. Ах ты. Кого? Корону? Да, корону я видел. Взяли. Ага. Так, ну по крайней мере мы сейчас в одной команде. Надо отжать этого чувака. Каким образом, не знаю, сейчас попробуем. Идем. У меня снаряд просто пролетел между тремя и... Так, Лэнс. А Лэнс у нас типа быстрый, да? Давайте посмотрим. На копье покатаемся. Я кого-то лопнул, но, блин, слишком мы проигрываем. Слишком много. Я прямо на их базе убиваю всех, кого могу. Я иду, иду. Помоги. Ты что, офигеть, это нечестно.
Да, блин, их 4 человека вокруг, вы чё? Они и прям очень командно играют. Так, корона должна умереть. Убейте корону уже. Стой, сейчас, я еду за ним. Да как, какой же стороной? Ладно, я понял, хорошо. Я понял. Давайте обратно на Эмбита. Посмотрим, как это все будет. Да черт, я в этот забор врезался, я его не вижу, я думал, просто тень от чего-то. Ну блин, тень же от чего-то должна быть, вот она от забора. Да, я убил корону. Давай, вали сюда, быстро. Наконец-то отсчет в нашу сторону пошел, я сейчас попробую тебя прикрыть. Ха-ха-ха, минус. Так. Все, я спрятался там, где меня никогда не найдут. А, минуточку, что меня убило, я не понял. Ладно. Честно, не понял, я вроде не видел снаряд. С другой стороны, я не смотрел на себя, я смотрел туда. Чуваки на нашей базе. Убейте этого красного. Так тут два красных возьмите, на базе. Возьмите мою корону. Есть корона у нас. У Эрика. Как куда ты поехал, Эрик, куда блин? Дебил. Ну просто существует он. Есть. Корону забрали. Есть, еще одного снял. Хорошо, счет идет в нашу сторону. Надо чувака с короной держать на базе. Это у меня корона, и я на базе. О, хорошо. Все хорошо. Не бойся. Я боюсь, потому что к тебе едут, к нам едут с двух сторон. Ой, да не бойся, они не найдут меня. Не ага. Убьют, не убьют. Никаким рикошетом. Как? Что? Кто? Какой? Я ж тебе сказал, блин! Ну я там против двоих оказался. Я одного снял, а второй свалил. Я тебе говорю, спрячься. Какого фига как ты вылез-то? Я спрятался. Ну все, теперь они не пустят уже. Пустят. Я не убежал. Как ни один снаряд не попал? Ты посмотри, нас 4 человека подряд взорвали. Ну, ай. Ладно, там у нас один олень в команде. Ты-то что уехал? Спасибо. Что я? Ну, потому что нужно было сидеть на базе. Я сидел на базе, никого не трогал, понимаешь? Ты один в один не справился с чуваком. Ладно, хорошо, поехали дальше. Ай, печаль, тоска. Мы могли это затащить, нам оставалось еще 50 секунд подержать это. А, ну ладно. Я у вас MVP, так что все. У них чувак с 21 киллом. 21 килл, Карл. Это вообще законно? Читер. Нет, не читер. Кто-то умеет играть, в отличие от нас, понимаешь, есть такое. А, захват точки, хорошо. Пойдем. Я пошел нашу точку захватывать. Я флит. Ультра мелкий и быстрый. Есть, две точки наши. Отлично. Нам достаточно две держать. Если возьмем сразу три. Где А? Минус. Ты видишь точку А? Точка А у них на базе. Я иду туда, потому что я маленький, есть. Быстрый, незаметный. А нам не нужно. А это если будет полное доминирование, если мы их будем давить вообще, но мы их давить не будем. Поэтому сидим и держим нашу Б и С.
Да ну почему я там один? Почему я на Б1? Они захватывают... Где все? Ну, блин, спасибо, команда. Просто суперски. Они еще и на нашу точку сейчас едут. Не бойся, я на Б. Идите на Б, захватывайте Б. Они С захватывают, молодец. Нет, С-шки убежали, не бойся. Я захватываю С. Так, их на Б 4 штуки. Я сейчас один соваться не буду, я сейчас подожду, пока мы их... Бомба на Б. До свидания. До свидания. Нет! Меня долбанули. Я там... Что? Ну как? Я захожу, снимаю два танка, заходят наши чуваки, вдвоем сливаются от двух летящих снарядов. И еще и С захватывают. Ну блин, ну это серьезно, это команда. Все, молодцы. Я же стоял на точке, он не должен был захватить. Забирай, я пошел дальше. Угу. Помоги тут. Я Б забираю, в смысле помоги. Двое на меня с двух сторон. Я Б забираю, нам хоть как-то захватывать нужно, они выиграют иначе. Отстреливайся, ко мне тоже двое с двух сторон. Не отобрал, спасибо, блин. Идите сюда, олени, где вы там ездите? Блин, нафига вы справа ездите? Да я пытался, чтоб не захватили, но мне никто не помогал. Да в смысле, блин, ну... Еще я, ну... Ну, я одного сбиваю, второй меня убивает. Ну все, короче, ясно. Спасибо, команда. Просто стадо лузеров. А? Я С захватываю. Захватывай, я пошел еще на Б посмотрю. Он там за углом прячется, и к нему второй подходит. Второй и умер. Должен был. Блин, это... Вот я вот сейчас я слился, да. Просто очень тупо, очень бесталанно. Да, такое иногда бывает, но... Блин... Смотри, у них сейчас дойдет до 150, а они победили. Так что у нас секунд 20, не больше. Если мы сейчас не за 20 секунд не отхватим у них точку, то все. Наши чуваки идут, просто сливаются. Ну, красавчики. Я возле Сэшки стою, чтобы никто не захватил. Захватывай Б. Кто? Почему там? Почему С захватывают? Так мне никто не помогает. Ну, а что ты сам-то не держишь точку? Ну хоть кто-то же должен это делать. Я тут один стою, у меня вообще почти никаких патронов, я маленький. Я только что Б держал секунд 20, где... Спасибо. Просто, блин, команда сливное днище, офигеть. Мне вообще никто не хотел помогать. Да при чем тут... Сколько ты убил? Ты убил 6 штук. Почему я убил 10? Ладно, поехали дальше. Побомбили и хватит. Поехали дальше. Снег. Ну чё, как бы весна началась, сливы привезли. Вот и сливаем. Снег, снег, снег. Жалко, что вот эта штука не убирается со статистики. Ладно, поехали. Чё у нас тут? На убийство? Хорошо. И... А, мы в разных командах. Ой, не круто. Команды перемешали. Ну, такие, вот такой звук, когда ты такой... Я почти тебя убил. Да-да-да, расскажи мне, как ты меня почти убил. Я тебя рикошетом убил. Зарядись, пожалуйста.
Я без упреждения два выстрела сделал. Вот это фейл, да. То есть я вполне мог сейчас этого чувака убить, но у него не было снарядов. Но я выстрелил без упреждения, а он успел зарядиться. Чего мы сливаемся? А! Нет, нет, нет! Черт, я в стенку врезался. Ой, ладно. Я сейчас уже просто расслабился, не значит... Ой, тут снеговик, кстати. О, вот это неплохо сейчас. Как? Что меня убило? Я вообще там не видел ни одного синего снаряда. О, ладно, поехали. А, вот... Вот это сейчас было крайне глупо. Я думал, интересно, у них же дальность полета есть у снарядов? Просто он такой летел, 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 одиночный. Вот это сейчас тоже было. Ладно, я его тоже убил. Хотя бы хоть один килл получил. Вот в этой катке я лажаю, согласен. Тут прям вопрос снимается. Мы что, до 15 киллов играем? Нет. Нет. Пока. Пока. Я же увернулся. Не-не-не. Пока. Ну реально, то, что пули отскакивают, это нечестно. Наконец-то ваш дебил умер. Есть! Я еще одного танка успел забрать. Хорошо. Ну, я немножечко разыгрался. Начало этой катки было вообще лютое. Это, по-моему, сдыхал самыми непонятными тупыми способами. Дайте мне тебя убить! Минус два. Я так хочу тебя убить. Минус два. Слишком хорош. О! Нет, нет, нет! Черт! Это я тебя убил. Так вас там 4 штуки было. Ладно, я сейчас. Я сейчас. Погодите, ребятушки. А, мина. Минус. Мина. Ненавижу мину. Минус. Минус. Слишком много убиваете. Помню, я ай, блин, я пули. Думал, я быстрее успею выстрелить. Хорошо, хорошо. Иди сюда. Слушай, а может не надо? Блин, это был мой снаряд. Чувак тебя убил раньше, чем я. Но так нельзя. Я тебя хотел убить. Ой, он там этими ультраснарядами стреляет, разрывными. Ого, ого! Да фига себе! Чувак этими тяжелыми снарядами стреляет. Ну, они взрываются. Опа, минус. Ай, было больно. Ёлки-палки, да хорош. Нет! Я буду стрелять тяжелыми снарядами. Ну, они, типа, денег стоят. Нет. Не так дорого стоят, что прям денег. Надо вот этого, вот эту штуку взорвать. Он что-то... Да, я его снял. Чё там это, чпок? А чё? Это я. Нет, в смысле ты, там вот снаряд это даже не... Это я. Блютуз от Nokia, там не было даже снаряда летящего в меня. Я просто стрелял взрывными. А, как ты... Есть! Есть! Мой последний выстрел был! Я только хотел свой танк апгрейдить. Ай, сколько я снял человек? 11, неплохо. Я 13. Да, вижу. 9. Ладно, ребятушки, на этом тогда пока что сегодня все. Получилось очень весело, очень так рейджово. Так что, блин, не знаю, мне понравилось. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.